Сьогодні естонська розвідка повідомляла про те, що кривавий диктатор російський вважає, що час в цій війні саме на його боці. Мовляв, ресурси західні вичерпаються швидше, аніж ресурси російські. Наскільки тут може бути правим російський диктатор? Ну, во-первых, давайте прямо скажем, точно не на его стороне время, не на Путин, лично Путина. То есть понятно, что там и про болезнь его там ходят разные, значит, слухи. И на секундочку, 70 лет это ты не как, в каком-то там бодром состоянии пребываешь. И я прекрасно понимаю, что Путин говорит, что да, время на нашей стороне, но посмотрите экономические итоги года. Там же какой-то у них чуть ли не под... сейчас скажу, на 3 с лишним триллиона дефицит бюджета у них случился вдруг для них неожиданно. И я почитал наших экономистов, ну, которые прям действительно толковые, я двоих читаю, не буду их рекламировать, вот. И они говорят, слушайте, чому даже ні? я... Поделитесь с нашей аудиторией так само. Да, напишем потом в комментариях. И вот один из этих экономистов пишет, слушайте, даже я думал, что у них запас прочности гораздо больше, а как посмотрел, значит, итоги года, и плюс там на 46% уже упали нефтегазовые доходы и будут падать дальше, ну, то есть, а они же в бюджет заложены были, ну, и получается, что, как бы, все там не сильно радужно. Опять же, Путин там, я переведу экономику на военные рельсы, ну, и полгода тебе минимум нужно, чтобы хоть что-то там перевести. А кто посчитал, а вот эффект отрицательный экономически от миллионов выехавших, трудоспособных, обеспеченных молодых людей, которые семьи и бизнесы свои релоцировали оттуда? Вот кто это посчитал? Сейчас он еще полмиллиона угробит. То есть, ну, по большому счету, время может и на его стороне. Ему-то всегда будет что есть, что пить, значит, а... но не на стороне россиян рядовых. Ну, тут, наверное, он прав. На моей стороне, и мне как бы вас, я, россияне, не жалко, я вас в топку всех отправлю, еще нарожают бабы. Але ж росіяни не скаржаться, як ми можемо помітити. Ну, что, а на что им жаловаться? Вот информационно-психологическая операция над мозгом среднестатистического россиянина прошла успешно. Я, але коли ти відкриваєш холодильник і тобі нема чого їсти, тому що інфляція, зростають ціни на продукти, то тут вже якби дуже важко вірити телебаченню, яке говорить про те, що у вас все добре, і у вас є продукти, і м'ясо є. Нет, вот в том-то и дело, что они говорят, смотрите, вот этот Запад, значит, который санкции вводит, это же все они. Путин здесь вообще ни в чем не виноват. 20 лет он правит Россией, его здесь вины нет. То, что у вас газа нет, и за эти 20 лет вам его не провели, это тоже не Путин, это региональные чиновники. Вот насколько зашкаливает, простите, тупость россиян, когда их на улице спрашивают, как вам живется? Ну, хотелось бы лучше, там пенсия низкая. А Путин? А Путин наш молодец, он все правильно ведет. Ему что-то, может, не договаривают, а сам Путин, конечно, молодец. А если сказать, а почему он на убой ваших детишек отправляет, они знаете, что скажут? Ну, мы люди маленькие, а ему знать лучше, конечно. Он же... Я вчера, ой, вчера, да, вчера, абсолютно дичайший сюжет мне попался, где вот мать... недавно убитого мобилизованного, сидит с портретом его, вот стоит у нее на портрет на столе, и она там вот, ну, видно, что уже высохшие там от слез глаза, и она говорит, да, вот его, ему повестку дали, мы хорошо, что дали отсрочку 2 недели до прихода там, до отправки, мы поехали в Екатеринбург, купили ему, значит, все снаряжение, там ботинки, форму, все купили, и он поехал, и вот буквально там 2-3 дня, и он погиб. И следующая фраза ее: но я так горжусь нашим президентом Владимиром Путиным. И я вообще не понимаю, это что за дичь такая? Ну, бесполезно, вот просто бесполезно что-то им там доказывать, доносить. Про інформаційні вкиди і ПСО, те, що ви говорите, і намагання зазомбувати населення, Центр протидії дезінформації український розповідає про те, що зараз окупанти розповсюджують інформацію, що нібито головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний доповів президенту України Зеленському про негативний психологічний стан ЗСУ під Бахмутом через відмову відводити війська на
нібито більш вигідні позиції. І це дезінформація, це фейк, такого не було, і, власне, ЦПД цього це заперечило. Можливо, маєте якісь прикладні поради для тих людей, які, ну, ледь не щодня, насправді, в соцмережах, в тому ж Тіктоку, потрапляють на відео, в якому нібито наші солдати щось розповідають, а то, виявляється, так звані ЛНРівці, наприклад, передягнуті в українську форму, можуть щось там розповідати. Як не піддаватися на такі маніпуляції? А никак. То есть, если вы не научились там к зрелому возрасту критически мыслить и как бы хотя бы проверять источники информации. А як перевіряти? От ти дивишся відео в Тіктоку, де його перевірити? Ну, смотрите, я бы, понятно, что сейчас снимаются там целые продакшены, работают над вот этими роликами, там вроде как наши, но не наши, и наши то же самое делают, вроде как они, но не они. Вот, поэтому где проверить? Ну, во-первых, поискать где-то в официальных, там, на более-менее авторитетных площадках, появлялось это обращение или видео. То есть такие штуки, они же мимо не проходят. У нас же и медиа у нас приспособились, и ТикТоки мониторят, и Ютубы мониторят, все что угодно. И вы точно так же, да, там какой-то сюжет нашли крутой, проверили, ага, значит, совпадает. Запустили к себе эту картинку. Ну, то есть это все работает. Во-вторых, как бы, если этого не, это нигде не вышло, то, ну, понаблюдать там, а может, это действительно какой-то фейк. И, естественно, официальные источники, официальная информация. Заходим на сайт Минобороны или, если проще, ну, не знаю, там, в Телеграм подписаться или на Фейсбук и смотрим, было там какое-то обращение, не было. То есть иногда, я вам так скажу, иногда лучше не пропустить через себя этот сюжет, ну, как говорится, эмоционально, потому что пропаганда военная, она, как правило, к эмоции взывает вашей. Не к рацио, а к эмоции. Mm-hmm. Вот вас сразу картинка шокировала, вы в таком состоянии, значит, пребываете и дальше верите всему, что дальше говорят. Поэтому, как говорится, во времена вот этих дипфейков, когда можно там мое лицо вам представить и наговорить всякой гадости или наоборот, это сейчас, конечно, проверять довольно сложно. А вы знаете, Катя, кстати, что сейчас принимается решение вообще об ограничении действия и работы там с искусственным интеллектом, который уже начал писать статьи не хуже журналистов и писать всякие дипломные курсовые работы просто на ура, а раньше же просто на плагиат проверяли, а сейчас он берет и пишет сам вам. И вот тут уже искусственный интеллект уже как бы создает проблемы. Это я отклонился в сторону, что по большому счету современными технологиями можно любой фейк прекрасный создать. Борисе, вже вимушені прощатися із вами, дякувати за це інтерв'ю, але традиційно запрошую вас на наступне. Борис Тізінгаузен, український політтехнолог і експерт з управління репутацією, був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте ставити вподобайку цьому відео, коментувати його, підпишіться на наш YouTube-канал, підпишіться на YouTube-канал Бориса Тізінгаузена, так само буде посилання у нас під цим відео. І дякуємо традиційно за те, що ви з нами.